Вот представляют. Да, Тристана метает пятым. Хартинг. Лидер сезона Роберт Хартинг. Да, шестым. Но у него не все что-то складывалось. Какие-то были проблемы в квалификации. Рутгер Смит девятый. Кантер десятый. Кавага 12-й, последний. Да, Франко Касаньяс тоже еще один сильный испанец. Очень-очень хорошая, кстати говоря, здесь компания. Да, я так скажу, что, в общем, несмотря на близость Олимпиады... Да, многие сильнейшие. Многие, да, очень... Не побоялись. Не побоялись. Единственное, конечно, сейчас будут у них трудности, потому что для дискоболов мокрый круг – это большая проблема. Да. Сейчас придется все время его сушить, вытирать, бегать с полотенцами. Это, конечно... Ну, тоже отрывает от главного и нервирует немного. Все это не очень приятно. Но ребята такие все опытные, привыкшие к любым условиям. Просто для нас немножко жаль, потому что наверняка это скажется на уровне результатов. Хотелось бы, чтобы в такой борьбе вот Пистана, Хардинг, Кавага и Кантер, конечно, мог родиться. Далекий бросок, высокий результат. А сейчас, боюсь, вот немножечко, конечно... Будут осторожны. Да, речь пойдет, ну, в основном, да, вот о победе. Уже о результатах никто думать не будет. Потому что, я говорю, и мокрый диск, и мокрый круг. Все это не лучшим образом сказывается на качестве соревнований. Но не будем пессимистами. Может быть, дождичек еще и прекратится. Хотя там прям обложило их со всех сторон. Очень интересно, да, как меняется погода. Удивительно. Да, и солнце, и вот потом сразу все затянуло. А вот у девушки тут вот сейчас как раз в этой же первой попытке места на пьедестале все и заставливают себе. Все очень вовремя. Хотелось бы, чтобы, конечно, еще и Алексей тоже. Так, Хартинг 65 с небольшими копейками. Нет, нет, конечно, нет. Это я ему завысил. Осторожно, металл. Осторожно. Но вы видите, что хоть и порхает немножко. 64 там, да, с небольшим? 63, да. 63-02. Рутгер Смит. Так, не неудачная, очень, а... но он мимо, мимо. Он так как-то уж очень расслабленно вошел. Довольный, видимо, всем тем, что... А, ну все понятно. Зацепился. Так не полетит. 97 в этом году имеет, так что все это вполне возможно. И Герт Кантер, чемпион мира, входит в круг. Немножко, по-моему, последний вот год проблемки Герт испытывал. Может быть, какие-то травмы были. Немножечко так упал уровень. Проигрывать стал почаще. Ох. Ну вот. Очень тоже вовремя за 65 метров. Лучший результат в сезоне показывает Герт. Нет, сразу металл так, он да? уже 67, да, в этом году. Ну вот, туда-туда. Как-то у них там что-то... 65-11. Да, все нормально. Но эти ребята утепляются. По два костюма. Не, ну тут плечи надо беречь. Плечи должны быть в тепле. Диск, видишь, под маечкой. Трогательно. Должен тоже быть тепленький, сухенький. Тут все очень. Рикеде из Нидерландов. Ну, неплохо, смотри. Неплохо. Все за 60, нет, он заступил. Но летит, в принципе, диск летит. Выскочил, по-моему, из круга. Чуть-чуть. Диск летит, потому что есть ветер, а это значит, есть подушечка воздушная, а, на которой... Вот так он, видите, нога левая. Ну,
И Золтан Кавага. Первая попытка. Тоже за 65. И это подальше, чем у Герда. И он заканчивает первую попытку лидером. Ну что, отличная попытка. Ну и сейчас рекламу посмотрим. Годы знают, что на стадион с собой брать. Да, вот видишь, как-то долго там измеряют. Это, наверное, с этой рукой связано. Думают, посчитать, не посчитать. Да нет, посчитают. Да. Судя по всему, посчитали, потому что результат... Наркопистану идет метать. Что-то в первой попытке у нее там, по-моему, не сложилось. Он там прячет диск. 60-51, это, конечно, не результат. Хоть он и восьмом зацепился. Но надо прибавлять, конечно, что-то. Вообще что-то странно, почему там службы не работают. По идее, вот в круг надо было бы... подсушить сейчас каким-то специальным людям подойти. Ну вот получше немножечко. Да, это 62 метра. Ну, уже немножко двинулся, значит, с восьмого места, во-первых. Там прям в круге откровенные лужи, по-моему, есть. Да, как-то так не очень. Должны было комфортно. Каким-то там... промокнуть. Недоволен. Нет. 62-26. Ну, седьмой теперь. Так, чуть-чуть все-таки сдвинулся. Тут даже чисто психологически, потому что быть восьмым все время, да, и ждать, вот тебя вышибут или не вышибут. Да, подвох такой это неприятно. Очень противно, да. Да так все-таки есть некий зазор. Да, хоть ради этого стоит прибавлять. Итак, Хартинг. Ну вот, добавил. Да. Добавил. Хоть и диск летел, в общем. Да, так. Практически на ребро. Фиговенько. Фиговенько летел. Но, видать, силы, конечно, очень у Роберта много. Много. Поэтому пробил он все-таки его. И немножечко Золтана обошел. Видите, как падает? Совершенно на ребро. Да, немножко там. У Золтана было 65-45. Тут 65-60, видимо. Где-нибудь, да, наверное, так. Да, 65-80. Ну, да. Ну. 65-80. Касанец. И Франк Касанец, да. Ну, такие ровненькие у всех пока результаты, поэтому тут вот все, что угодно может произойти в любой момент. Поэтому всем надо держаться на чеку. Видишь, как добавляют? Да. Потихонечку. 63 с большим, да, куском. Да. 63-60, вот так что-нибудь. Уже три человека за 65 метров. Ну вот он так, у него более-менее. Да, у него гладенько, да, пошел. О, руки вверх. Большой размах 63, крыльев, я бы сказал. 63-60, ну да. Все правильно. Так, он пока четвертый. Это второй немец. Молодая поросель. Да, Маркус Мюнх. А много молодых, да, немецких метателей, да, во всех видах метаний. Готовят немцы почву. Ну вот он тоже, по-моему, добавил, да? У него 60 было с небольшим. Ну вот он девятый. Вот если бы там оставался
из 100 на 8-м, то да. Сейчас бы он его, так сказать, и прихватил. Не, вот Марио вовремя убрал хвост. Да, хвост убрал. Чтоб не прищемили. Молодец. Немец тут. Ну вот, 61-20. 5 метров по-любому надо прыгать на любом вот соревновании. 16-метровые, думаю, не пройдут тут прыжки. Как это называется? Пора становиться профессионалом. Да. Диски пока без изменений. Хартинг, Кавага, Кантер, Касаньяс. Ну, это что ж тут повторять, 50 там с чем-то. Не очень хороший бросок, скажем прямо. Хотя диск положил просто отлично. Видите, до самого приземления. Тарелка летела параллельно земле. 57-11, ну что это? Маловато. Да, ну 62 имеет в первый поп. Пока будет реклама, переживем. Отменили нам рекламу, не дали нам поплакать по поводу непопадания наших в финал. Тогда будем смотреть Марио Пистано, может быть, он чем-то порадует. Ну, в финал, во-первых, надо попадать. Сгладит нам горечь утраты. Да. Ужаски не порадовали, скажем прямо. Что-то вообще не поняла, что это было. Ну, Супер Марио, что? Да нет, Супер Марио что-то ничего не может. Не лучше, нет. Не выходит пока. Да, все нормально, 62 метра метнул. Ну, какой он там, был 7-й? Да нет, какой-то он вяленький. Кошмар, самого 13-24. 62, там 40 примерно, вот так. 13-24 Ольга пробежала, и, конечно, все личные рекорды устанавливают. У нас как-то с этим напряженка. Ну ладно, Роберт Хартинг, лидер соревнований дискоболов. Эх, сорвалось. Поскользнулся и в сетку, по-моему, попал. Российского участия пройдет. Что, конечно, неприятно, потому что, судя по предварительным результатам, вполне у девушек были все возможности так оказаться в финале. Рутгер Смит. Нет, пока. Не получается улучшить результат. Пока он 8-й. 61-51. Ну, и я думаю, что сейчас там, в общем, не добавил. Да. Добавил, ну, добавил 20 сантиметров. Да. Ну, остался 8-м. Так. Сейчас ждет, прищемит или нет. Ну да, там вот опять Маркус Мюн сзади. Так, эти-то все впереди. Герт Картер, да, пока 3-й. Это похуже. Торопится он, мне кажется, чуть-чуть. Тут больно так все это быстро происходит, мгновенно даже. Он там пируэты все эти совершает. Хотя вот, видите, диск-то кладет образцово на подушку, на воздушную. Он технически очень хорош, конечно. Ребята, в общем, здоровые все. Так поглядеть. Гиганты. Еще один голландец. Он 11-й.
мимо финала. Почесал репу, но мимо финала. Ну, тут хорошо видно, уже показали, да, вот восьмое место, куда надо, чтобы попасть, да, в финал. Не тай. Эрик Кадин ничего не смог сделать. Так, ну и что же там? Ну, здесь все уже, восьмой. Рутгерс, а, нет, вот еще, ну, Буковаг, это он дальше, да, второй пока. Он завершает попытку, поэтому, в общем, восьмерка уже определилась. А, там все уже ясно. Да. Также и в тройном прыжке уже восьмерка определилась. Там тоже сейчас уже финал начнется. Ну, слава богу, пока Алексей Федоров пока четвертый не добавил. Он 16.83 у него по-прежнему. Ну и Золтан тоже не добавляет, выступает. Ну и сейчас начнутся. Избавляет судей. Да, от проблем. От необходимости измерять, да. Выходит из круга вперед. Ну и сейчас... Все-таки интеллигентные люди. Да. И сейчас... Так скажем, просто. Так, это нам показывает финал, стало быть. 62-85. Хартинг, Каван, Кантер. Пистана и Смит восьмой остался. Ну ладно. Мюнх, Альгунденис, Кади и Акой пошли. Никуда не выходит. Ну вот пошли финальные попытки. Может быть сейчас? Ну вот, по-моему, Рутгер добавил. Добавил, добавил. Как-то его финал простимулировал. Ну как, был восьмой, сейчас туда проник. Кстати, по-моему, у него вчера похоже было в ядре. Он тоже что-то там сначала ни шатка, ни валка, а потом оп, 20.55. Ну-ка. Неплохая попытка-то получилась. Нет, иди слетит. Да, в майках хорошо. Нормально, да. Угу. В районе 64-х там. Да, да. Это он там сейчас подвинется где-то на четвертое место, видимо. Да, вот она, да, 63-97. Опасен. Да, четвертый. Надо примериваться к финишу. Роберт Хартинг. Ох, хорошо, по-моему, попал. Точно, попал. 68. 67. Да. С куском, с большим. Как резко, да, хорошо, да, вложился. Попал, потом встал, сразу когда видно. И в финале очень здорово крутанул, хлыхлестнул. Да, все, ты молодец. Да, очень вовремя. Бицепс есть. Вот посмотрите. Опа! Да, вот это финальное было. В опорном положении, все нормально, что-то попал я. Здорово, здорово. Оп! А вот как интересно получается, ведь когда он выиграл чемпионат мира в Берлине, да, ну так многие к этому относились, свой, его не очень к этому моменту знали, в общем, какой-то, да, новый дискомфорт. А он с тех пор все выиграл. Да, появился, и как-то все, ну, наверное, потому что в Берлине, ну, может быть, такие даже намеки были на нехорошие даже вещи, что, ну, тут во время рекламы что-то не наш день какой-то. Нет, да, не наш, он совсем. И Большого не попало на пьедестал, и... Девочки не попали в финал в барьерах. И вот тут тоже, здрасте, приехали. Три стипльчез и тоже мимо. Прям беда. Ладно, будем болеть за ближайших соседей, если своих нет. Герт Кантер. Ну, может быть, подзадорит тоже чемпиона. Попал! Есть! 66 метров. Даже, по-моему, побольше. Вот немножко, видишь, Хартинг своим результатом чуть-чуть всех тогда. Ну, 68-30. Протонизировал. Но, по крайней мере, Кавага сейчас Кантер-то обошел. И переместиться должен на второе место, да?
Ну, прям гигант, мужик. Вот я смотрю на него. Да, он классный. Большой-пребольшой. Большой, да. Мощный. Ну, 66-53. Молодец. Вот оно уже лучше. Ну, вот тут Золтан, конечно, сейчас немножко шокирован. Его сместили. Решительно, причем сместили. На полтора метра практически. Да, на метр. Ну да, надо как-то восполнять. Ну-ка. Нет. Нет, не получается. Вот. Поспешил. И тренер так обеспокоенно. Чувствует, что уходит момент. Да. Ну и действительно тут все опасно, потому что там дальше-то Рутгер Смит четвертый тоже. Парень не слабый. Кто знает, что там у Супер Марио еще произойдет. У него пока он пятый, 63-87. Тоже потихонечку так поднимается. Поэтому все непросто. Единственное, вот только Роберт немного оторвался, потому что все-таки 68 метров это так. Далековато. Да, далековато. Да, уже. И он поэтому так спокойно пока пьет воду. Между прочим, какой-то энергии. Лихо. Ну а пока Франк Касанос. Ну тут так тренер так спокойно, скептически на все это смотрит. На все эти экзерсисы. Да. Нет, не получается. Диск встал колом. В таком положении не хочет лететь. Нет, никуда он. Что там девчонки так раздухарились? Птачечка взяла уже. 4.50. Значит, уже их там взяло сколько? Четверо? Четыре, да, девушки взяли. У Кирикополу пока неудачная попытка, у Шведовой неудачная попытка. Бослот взяла со второго прыжка, так что пятеро уже взяли. Ух ты, господи, 4.50 уже. Да, настроились в девахе на хорошую борьбу. Итак, заключительная попытка, так скажем, момент истины. Герт Кантер в круге. Ну, полетел! Нет, туда же где-то, чуть за 65. Не вышло. Такое велико было желание обойти. Нет, он еще и главный момент финального усилия, он в безопорном положении, он висит в воздухе, конечно. Промазал немножко, да. Ну, грех, потому что велико, да, было желание. Грех хотел, уже не помог. Да, поторопился немножечко, да. Но все равно молодец. Шикарный, да нет, результат, ну, в общем-то. Ну, вот тут сейчас многое зависит от Золтана. Сколько пороху еще осталось. Ну. Опа! Ну, даже прям вот не знаю. Все, сейчас в сантиметрах. Сейчас в сантиметрах этот вопрос решится. У него и у, да, Кантера. Да. Сейчас Герт, конечно, напрягся. Итак, у Кантера 66-53. Ты посмотри, прям в эту же линию. По-моему, чуть-чуть не дотянул. Да, 66-42. 9 сантиметров. Ну, что в диске, представляешь? Да, 11, правда, но не важно. Да, 11. Ой, вот это да. И Роберт уже в ранге победителя. Роскошный еще один бросок, но... Все равно дальше, чем у этих все равно ребят. Дальше, чем их. Все-таки этой попыткой я всех обыграл. Помнишь, как у кого? У Яниса Лусиса, да? Копье, да. Там 2 сантиметра он проиграл в Мюнхене. Бывает такое? Вольферман, ну да. Да. Казалось бы, ну где 90-48 и 90-46. 46. Ну, метание копья. Это же вообще невозможно даже, да, представить. На 100 метрах практически. Да, да.
То же самое вот здесь. Судьба второго, третьего места. Но, тем не менее, красавец Роберт Хартинг. Да, 67-07 еще метнул в конце. Выиграл. И к своим званиям добавил еще одно, не менее приятное, чемпион Европы. Кантер второй, Кавага третий. Ну, а мы отдохнем немножечко. Все результаты метания диска у мужчин. Ну, в общем, несмотря на погоду, результаты достойные. Да, весьма. Весьма. Я думаю, что, конечно, если бы было солнышко, чуть-чуть...